канале. И сегодня я хотел проверить карты на Майнкрафт. Вроде как они должны быть сюжетками. Саму игру Майнкрафт я не хочу понимать. И столь такая вещь, она для меня спорная. То есть, там, когда делают какие-то ролики для нее или сюжетки. Но мне интересно, как сделали карты, и, видимо, сделали они хуёво. Но я все равно проверю и узнаю, что к чему. Это я проверил микрофон, сорян. Так, ну, например, Tomb Raider. Остальные я проверял, и они сделаны... Сделаны, мягко говоря, так себе. Так. Должны быть какие-то типа ловушки, да? Так. И что мне тут делать? Я был там, да, или нет? Ай, блядь. Господи, это хуйня еще на немецком, блядь. Nein, schmein, schpack. Ты что? Только не говорите, что я должен это говно передвигать. Ну не хочу. Просто не хочу. Чё, блядь? Плитка. Ну и чё? А дальше? Ой. А, вот, по-моему. Лена, как? Как мне до нее добраться? Бляха-муха, ну как до нее добраться? Скажите мне, пожалуйста, до кнопки-то. Серьезно? Мне просто надо было туда не добираться, а просто кнопки понажимать, потыкать, типа, да? Ну вообще, вообще трэш. Потыкать кнопки. Точно немцы? Ну, вы понимаете, о чем я, поэтому... Только не... Да, вот я хотел сказать, только не говорите мне, что этот дебил не может забраться, или дура, я не знаю. Ну и что? Что это мне дало, я ничего не могу понять. Где мост построен, там, не знаю. Что? Что это значит? Наш ничего вроде не активирует. А, черт тебе подери. Ну и чё такое? Ну блин, чё за скучные карты? Чё делать? А я вообще не ебу, честно. Чё-то знаете, я вот не понимаю столь данной игры. То есть я должен получать от этого эстетическое удовольствие. Там типа, о, супер. Но это какая-то получается, я не знаю, хуйня. Карты сделали какие-то модеры на основе чего-то там. И чё? Мост не построен. Ну и чё дальше делать? Всё, тупик. Просто супер. Ладно, проверим следующую карту. Спайдермен. Смотрим. Найс. Чё? И... Господи, всё на английском. Я манал. Она ещё троит нахер. Господи, еще не оптимизированные карты. Я манал. Ну и что мне тут делать? Еще и прогружаются карты. Супер. Что такое? Что это за фигня? А? Что за вообще дичь? Что на этих картах вообще делать? Надо. Тут 20 FPS. Охренеть. Thank you.
Так. Капец, я подвожу суп. Зашибись. Карта просто топ. Надеюсь, метро будет карта интереснее. Надеюсь. Боюсь представить, что будет в карте Payday. Так, и чё? Вот это уже... Я так понимаю, нам сюда, да? Полный трошечок. Может, кто-нибудь откроет дверь, нет? Что-то не хер. А, окон, значит, да. Пиздец. Чё? Что это значит? Что? Что за хуйня происходит? Что? Ничего. Ну, у тебя и рожа тебе. Что за... Ну давай попробуем, что тут нахер. Что это такое? Да уж. Какая-то наркомания, честно. Ящики что-то. Что я должен там прочитать? Ничего. Типа этой бумагой нужно подтереться и все. Я не против, конечно, но... Полный трэш. То есть я упаду, да? Короче, полная херня. Так, ладно, проверяем, наверное, последнюю карту Payday и шлем. Нахер это, эти карты. Надо проверить два Payday, а не один. Жопа. Чего? Что за фигня, а? Красиво! Жопа. Да уж, последняя карта, и понятно, что ни хрена ничего не понятно. Так. Ладно, что тут? Тут, наверное, тоже трэшак. 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 И что тут делать?
Что-то ни хрена это не похоже ни на какое. Нету никакого акшона. Короче, фигня полная. Я, короче, не знаю, но сделано все, конечно, на очень примитивном уровне. Ну, давайте Константинополь, Assassin's Revelations. Давайте глянем его. Что они сделали там? Все сделано очень смешно. Ну, и чё? Ну чё, типа прыжок веры, что ли, или чё, я не пойму. Да, еще хуже, видимо, да? Чё за фигня? Ну и что это за обзорная точка, я не пойму. Чё делать? Жопа. Короче, ладно, дорогие друзья. Денис Кочерга заканчивает свой обзор на Майнкрафт карты. Я вообще не понимаю, что происходит. Хотя я вижу, что происходит. Опять какая-то трешня. То ли карты не так сделаны, то ли программы какой-то не хватает. Ну, короче, все сделано очень на таком уровне. Короче, ладно. Я точно знаю, что в такое бы я, наверное, не играл, не проходил эти карты. Вот. Поэтому с вами был Денис Кочерга, Казуку Фэмили. Оставайтесь на связи, мы в следующий раз сделаем тоже интересный материал. Вот. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.